Такс, ну каточка на меду нашлась. Значит, надо киберспорта навалить. Так, кто тут фпшит, что у нас? На чем бы сыграть? Я бы, наверное, на белке бы сыграл, кстати. Белочкой чисто орешечки покидать сзади. Что-нибудь такого поделать. Я бы, наверное, такое бы поделал. ДК-тройка. Это ты с блинком будешь? ДК-троечка. А, с блинком. Ага. Всё. Так, у нас есть Жакира еще. Стан. Бабка. Не дали мне взять, ну ладно. Есть Медуза, есть Клокверк. Ух ты ж. Герой, который не боится Клокверка, кстати. Слушай, ну я бы против типа взял бы Абадона против БХ. Нас... Я даже не знаю, кого бы взять. Или Омника взять какого-нибудь. Пойти развалить. Есть банша вообще еще. А, давай Омника возьму. Фиг с ним. Пошли отобьем лицо. Вообще Абадон, конечно, получше был бы. Сюда. Но ничего страшного. Сыграем на медовом Омнике. Отвалим лица. Репельчик нажимаем, ульту нажимаем и просто идем ломаем лицо банше. Чистым уроном. Как бы она ни собиралась в Magic Def и свои все что угодно она соберет, но она получит по лицу все равно. У нее магический урон или физический? Я что-то забыл с сосалки. По-моему, сосалка магический урон, а духи физический. Она будет высмактывать много, скорее всего, у нас. Но ничего страшного. Так, а вообще медовому нужен соло-ринг? У меня же бутылка, по идее, должна быть. Я силовик, по идее. Да, я силовик. Что происходит? На кого кликают? Ладно. Вессел собрать попробовать. Хотя Вессел на Зевса. Что вообще люди собирают? Пробовать через урну. Короче, ладно. Слишком долго думаю, на самом-то деле. Го, просто две перчатки. Две гантельки, две веточки. И погнали в бой. 8 урона получим. И замечательно. Банша будет много хилить, на самом деле. Типа, как тебе аниме скин? А? Анимешник? Ну, анимешник, ну даешь. Или вообще как будто бы стик купить против банши. Не, ну банша хилиться будет на самом деле. Ее бы как-то отбивать. У нас кто-то будет покупать весел против банши? Команда. Джекира или бабка. Урна. Я только матч-слайер. Не услышал еще раз Джекира. Будешь покупать? Он сказал, что не я хочет. Я не хочу, можешь. Бабка будет покупать? Весел? Нет. И нахуй. Никто не хочет контрить. Сначала хорош. Нет. Нет, иди нахуй. Подожди, а нахуй? Это кто мне послал? Я. Понял, это я понял, я их не слышу из-за тебя. Ты там на фоне что-то бу-бу-бу постоянно. Что нифига не понятно. Так, ладно, 2-1. По крипстатам. Да ладно. Пофиг, короче.
Забираем третьим сполом обязательно, чтобы он не заданайл. Да ладно, у тебя сколько урона? 62. Ты ж даже не добиваешь. Забрали. Отлично, и тут забрали. Хорошо. А, у меня вексовый, кстати, инвокер. Экзортов не будет на миду. Будут минус мана и бой. Да ладно, он что, успел кастануть? Подпробью его, пока он под пачкой крипов моих. Мне нужна бутылка поскорее. Возможно, же соло-линк, потому что он ману выжигает мне. Да, соло-линк тогда не ошибка в этой игре. Против инвокера. Ну, чисто из-за него. Yes, на. Согласен. А у меня маны нет, братиш. Расслабься. Мне выжигать нечего. Я уже все проебал. Да. Маны точка нету. Забираем крипа. Отлично. Запушли. Отводим всегда крипов на себя, чтобы ренжа забрать. Отлично, забрали. Вывели, забрали. Здесь главное аурного забрать, потому что голда. О, отлично, заданайли. У мальчика ручки дрожат. Хорошо кликает. Такс. Не знаю, стик, сол, ринг. Будто много переходных айтемов, на самом деле. О, ручки дрожат, молодец, мальчик. Кинь меня. Ладно, забрал, молодец. По идее, я могу его прогонять немного с линии. Да, у меня МХП много, на самом деле. До момента, пока он не начнет кидаться мне еще чем-то. Ай-яй-яй. Нет, не добивает он. Спасибо. Надо бутылку, кстати, пополнить. Только так, чтобы он не забрал. Не, братишка, это я себе заберу все-таки. Крипа я залутал экспу, отлично. Вот тут крипа просрали экспу, ну ладно. Надо было пушить на самом деле, наверное. Ну, ты этого просрал, и этого. Так сказать, любезностями мы обменялись. Так, а давай сол-линг вообще. Типа фейзы и сол-линг. И шардик надо будет нам. Бунтос забрать. Здесь. Я на самом деле много бегаю, как будто бы. Сколько у него экспы? На 100 экспы больше? Ладно. С другой стороны, у меня фулреса. Хотя он может по мне сейчас, да, колсна продавить. Отлично. Ага. Вот этого мы заберем. Или нет? Крипа он все-таки забрал. Сваншотил, ну ладно. Надо репел вкачать будет. Против этого героя мерзкого. Добить. Надо было этим. Потратить все-таки надо было. Не жалеть. Ну, тут лучше сразу забрать двух крипов одним скиллом. Чтоб точно ни одного не просрать. Все. Так, может соло-ринг сперва? А то я без маны бегаю постоянно. О, воду оставил мальчик, молодец. Водонос, ты воду забыл забрать. Мальчишка. Водичку. Оставил мне водичку, ты представь себе. Так, пачка в меня бежит. Не хватит, хватит. Ладно. Хватило ему урона. Забрал. Что случилось? Что произошло? Нифига себе, он экзорт скачал. Какого левела экзорт? Очень интересный вопрос. Не знаю, ульту брать, не брать. Вообще ульта это бабл. Так-то.
Ага. Эдакий. Интересно, если я нажму на себя типа БКБ, у меня выжжет ману или нет? Нет. Тогда я могу себе второй спивел трэшить. Нокер с руной пошел наверх. Возможно, даже на низ. Тут лучше забрать так. Лучше не надо было забирать так. Не стоило, надо было аурного забрать. Ошибочка. Я за руной пошел. Давай сюда крипов. Он, кстати, хочет меня забрать. Я смотрю, я по глазам вижу, что хочет. Да ладно. А ты понял, он колдснап мне кинул, я из-за этого колдснапа не смог продлить себе репел. И меня ветрами добило. Итого минус 600 хп. Хорошо, вопрос, сколько у него по деньгам. У него 7 левел с половиной. У меня 6,5, 1 левел разница. Сларк, можешь словить его? Если я тэпнусь. Или все уже? Ладно. Я обратно на мид. А, он кликнул все-таки. Ну ладно. А еще мне опс какой-то нужен мид. Около кверка будет левел, он меня будет гангать уже. Ну, кстати, да, не выжигает ману. Не получилось. Бегу к вам снизу. Подхожу. Таскаю сверху. Перделка какая. И этого. А этого можно? Урна. Попал. Я, конечно, подхилюсь немножко. БХ забрали. Весел. На тебе так, я вышел. Я на базу схожу. Зарегенюсь и вернусь дальше. Браться. Скинул свои кнопки. Помог команде. Пошел дальше. Что мой инвокера? 8,5, почти 9, у меня 7,5, полтора левела разница. Ну, герой неприятный, на самом деле, как будто контра моя. Инвокер ластик. Вроде был. Он со щитом. Нельзя подставляться. Вот тут, кстати, можно и забрать крипа. Два удара. И автоатакой. Да ладно, не хватает. Офигеть, 83 урона, ребят. Фигня, 83 урона, нужно больше. Я мог не жалеть, конечно, третий спелл, но... Ладно. Забрать быстренько, пропушить и пойти за руной. Отлично. Что мы команда? Команда втроем здесь стоит. Короче, надо пропушить быстренько это дело. И пойти дальше развлекаться. По линиям каким-то. Инвокер пришел. Вернулся. Он подфармливает лесок. У него 8 левел. 9. Уже левел разница. Он где-то просрал время. Раз левел разница. Он у нас был. Понял. О, кстати, пропушил пачку и пошел фармить другое. Умом, мальчик, умом. Тут доберу. Так, тут дам Катапе подойти, потому что я манал ее фармить полгода.
Добить с третьего спала. Отлично. Так, здесь пачку собрать. Сразу желательно в одну и... ну ты задолбал сюда приходить, реально. Ох ты, что еще героев. Блять, куда? Я не хотел. Как командочка быстро, однако, среактила, ничего себе. Приятненько. Ну я бы тут умирал без кнопок. Да ну, вы ульта нажалась. Ты в нашу сторону или не в нашу? Ты не в нашу сторону идешь. Что-то ваше. Ты можешь через вышку бегать, фрик. Прикуля. Я про это и говорю. Прикуля, убегай просто в нашу сторону и все. Это БХ, а не клок. А вот это клок. Через наверх иди. Я тебя подхилю. Лень какая. Ай. Но она фул ульту почти пробежала. Еще четверть осталось. Да ладно, она тебя добьет. Добила. А вот это мы можем? Или нет? Да, ульта закончилась. Да не, не могу до нее добежать. Там ДП просто бегает, всю карту валит. Че у ДП? 1-0-2. Ресурсов нету, чтобы бегать дальше. Мне нужен шарт еще в игре. И первый подмаксить. Так, вторую ТП, чтобы я всегда мог тэпнуться куда-то. Дабы тэпнуться, вопрос. Давайте вверх отпушу. Что, в беду делать нечего сейчас. Да, там куча героев, но делать там объективно нечего. По крайней мере, по фарму. Мне нужно качаться. Пачка-пачка. Отлично. Тэпнулся наверх, потому что тут никто не фармит. И большая пачка идет сюда. Так, Аурнова забрал, отлично, шардик через минуту будет как раз. Так, с, что у нас дальше? Вроде как на меня враги не выходят никак. Так что... сейчас пойдет кто-то отпушивать эту пачку. Скорее всего. Можно Боунтос попробовать подтырить, если получится. А здесь Боунтоса нет. Зато есть руна в миду. А еще команда решила файт принять. Я подхожу сзади тебя. И успею вообще. Ладно, давайте так дам репел уже. Так, базовый урон обязательно брать надо. Потому что третья спала, базовый урон прибавляется очень сильно. Так, счет покупает гарпун на героя. Сначала... Дал. Ой, как хорошо мы ее приняли, слушай. Мне прям понравилось. Надо было эту какую-то. Кого? Ну, шарт куплю. А, саблю. А потом уже все. Точнее, сначала саблю, потом уже шарт надо было. А че, не наоборот? Потому что это тупо. Почему тупо? Ты никого догнать не можешь без саблю. Пойзы. Я дам в любом случае два удара, не беспокойся своих. Но мне, кстати. Тут уже БХ, клокверк что-то кидал. Куда отойдем? Сейчас разультится. Надо откайтесь. А еще. Ну или пусть он подходит, можно забрать все быстренько. А что ты тут делаешь? Это что было вообще? Ладно. Не, я тебе дам. Не дам, ладно. Ты ушел вперед, потом назад, потом вперед. Фиг разберешься с тобой на самом-то деле. О, братик, а ты точно не попутал ничего? А я... меня зовут Ерасик, а вас как? Чисто тип прибежал в нас, умер. И чё мы можем? Да, надо рано. Они сейчас с Ресосом снова будут драться. Нам фармить надо, а не Т2.
ломать всякие. Не взялось. Не через shift просто тыкнул, вот и не взялось. Ну, под ДДХ валится, как все хорошо. Тут под ДДХ ударить, там под ДДХ. Ой, как хорошо и приятненько, а. Сейчас еще сабля будет скоро. Глянь, там команда что-то делает, берется. Подойди ко мне. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Так, дальше. И этого тоже за говно взять. Отлично. Ни разу не пос... А, стоп. Это не мои киллы, ну ладно. Что здесь происходит? Ни разу не подстилил, а киллы-то не мои, оказывается. Не я всех соло убил, да? Да блин, ну типа убиваться об эту вышку, я даже не знаю. У меня блин есть. Можно убить эту медузу. Типа так до крайней какой-то остановки вообще. Готов? Что, к чему готов? Ты готов? Я готов ко всему всегда. Поехали. Разваливать. А ДП не планирует вообще улетовать, смотрю, в этой игре. А, ну тип чисто сидит, танкует, а думаю, ладно, пусть танкует дальше. Под ультой. Все равно реализовывать некуда ее. Нам пацаны. Два только надо. Пацаны. Пацаны. Мы будем помнить тебя, пацаны. Хотя я мог подхилить, но не факт, что это помогло тебе сильно. Ах ты пи. Так, хорошо. Опа, это что за гэнгбэнги, а? У врагов. Сларк что-то пытается месить врагов. Оп, оп. Все. Парень жив, не жив? Задавай вопросы. А, тут что-то бегают мобы, эти форжи, оказывается, все это время. А, что мы делаем вообще? Почему мы их давим тут? Есть какое-то объяснение. Причем они не могут нам отпор дать. Я один не понял прикола. Ну, соло я нападать на него не хочу. Вот с командой вообще без Б. Прям я готов воевать. Медуза сверху. Как же мы долго этот тавер грызем? Просто зайти уже на мужика, спушить этот сраный тавер и все. На. На. На, говорю. И все, все, валите сюда можно, неужели? Идем в Т3. Я уже хочу отсюда свалить, го в Т3. Найс. Геймплей. Погнали в Т3, хули ты слышишь? На мужика автотрим. Оп. Вот тут отламываем крепочком лицо. Вообще соло-линк желательно по КД нажимать. И по КД кнопки инвокер свои тыкать. На фарм. Тут инвокер. Вот соло-линк я нажму первый спел как раз. Ну, во втором тире. Ванбрейсик. Ванбрейсик это, конечно, хорошо, но манрьена не будет дополнительного. Давай, ванбрейсик. Сила мне нужна. Сила это хорошо. Это кто такой? Что за герой? Бегает здесь что-то. Я сам типа не совсем понял, что он такое. Ебать, уехал. Ну тут удача, конечно. Я же такого я увидел. Ты видел это? А, маны нет. Ладно. Ну там ДП ульту нажала. Правда, бесполезную максимально она. Ничего за эту ульту не сделала. Ну да ладно, ДК и Джекир отдохли, но они сдохли по тупости. Они за ее ульты. Типа нечего там вообще бегать было. Так, здесь зафармить. Поржа желательно. Да ладно, он... А, успел. Так, добить. Тут сразу ваншот будет. Отлично. Так, на тебя.
так и пошли дальше. Так, на вражеской половине драться я не хочу. Фармить. Гарпун бы добить для начала еще. И потом с гарпуном можно уже что-то делать. Отлично. Гарпун летит. Так, а мы можем Рошану лицо отбить вообще? Пошли в Т3. Да. Пошли, отобьем. Пошли в Т3. Ну вот, Рошану отбить лицо и в Т3. Нет, я хочу в Т3. А я хочу Рошану и в Т3. Давай друг другу поможем. Я иду в Т3. Я хочу только последовательность. Давай сделаем и то, и другое, только последовательность. Сначала Рошан, потом в Т3. Окей? Я в Т3. Короче, 22 минуте мы доберем. На 34 минуте он лез. 34. Еще так напишу. Ебать, что ты заберешь-то? Уже 22. Хоп. Хоп. Пошлите в Т3, заебали. Фрик? Или фрик? Да, пошлите. Пошлите. Я даже его бить не буду. Просто встал. Пофоткать. Это что за удар было, не понял. Ты что, не фоткаешь? Это автоатака. Ой, понятно, ясно. Так, а кто у нас отбивает Иса, я или это Сларк? Т3. Все, понял. Я суппорт. Т4 идем. Т3 является. Ты так же учи просто. Понял. Т3 идем, сука. А, 1200 хп. Нам снизу делать нечего. В смысле нечего, пошли в Т3 заберем. Терзатели. О, отбить лица. А где я? Вижен, просветы. Куда у меня опс вообще? Зачем мне валяется? Анна. Развел на засаду, а не ваша. А маны нету, кстати. Может, это теперь... А-а-а, духи! Я не хочу умирать. Идите нафиг, я, короче, пошел. Так, подожди-ка. А, так это же легко. Все. А че она такая наглая? Не знаю, надо под БКБ ворваться в суппортов каких-то. Мне вырываться. Она в Т4 заебала. Мана, 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 мана. Ладно. На 4 минута. На Егу будет просто так не потерять. Подхилю немного. Ага. Возвращаюсь и иду в Т3. А, это с филактерией уже, сынок. Ай, они всю магию меня сейчас станут. Короче, у меня маны нет, ресурсов нет. Да ладно, нифига себе, он нажал так нажал. Хорошо! Отлично, команда. Призраки. Где? Кто призраки? Коржик. Зачем призраки? Как так-то? Так, а он понимает вообще или не понимает на этом? Что, я ему просто лицо отобью? Сейчас. Не-не-не, у меня больше... А это он летать умеет? Бараки, нифига себе. Мне бы выжить вообще после этого всего дела. Если честно. Странно, что меня тип на филактерии не решил добить. Короче, я на базу отойду. Ресов 0. Да не, ну ресурсов, они капец, они откидываются постоянно. Это невозможно. У вас 3 героя, отвалить оттуда. Типа, я не знаю, нужны ресурсы откуда-то взять. Что у нас еще суппорты собрали? Один арканы, второй транквилы.
Чем тебе на мапке транквилы? 64. Бабка фрик, он такой... Что он варит, Хекс? Ладно. 64. Гениальная идея. Кстати, я досты забыл купить. Где их потратил вообще? Команды тут рядом нету, чтобы нападать. Опа. Ну да, надо было Абадона брать все-таки сюда. Ноль лесов постоянно. Вот хотел я против БХ взять Абадона. Хотел. Тут вражеский герой. Вражеские враги. Здрасте. А чё это вы нападаете на меня вообще? Чуть не понял. А что вы хотели сказать этим делом? Я отошел немного леса. Хоп, хоп, все. Вопросы есть, задавайте, ребят. И все, лесу отбили, изи. Отошел, чтобы у меня кнопки закончились, надо откадешить их. Гарпун тот же самый, то есть позиции не было никакой мне, чтобы драться продолжать. Как кнопки КД. Враги были не рядом, поэтому смысла. Силы и восстановление эффект, эффекту репела. Какой эффект? Хорошо. Рассекчать дис. Хоп, хоп, все. Парень как вылетел, так и улетел, кстати. Че у Сларка? А у Сларка Эгиса нет уже. А у них есть бараки еще или нет? Оп, здравствуйте. Мы из какой-то компании там вроде слышал. Я думал... Ну, лотус нужен на команду. От кого-то лотус нужен? Я-то два. Второй спелл не снимает. Я понял, я понял. Не, так нельзя, короче, фармить пачку. Короче, у меня 4200, что купить? 4200. Сабля есть? Сашу Яша, что ли, какую-то отбивать лица дальше? А давай, пофиг. Пошли отбивать лица врагам. Хотя Саша Яша, может, Сашу Каю? Чем не Яша? Пои. Давай Сашу Каю, реально. Почему Сашу Яши, когда можно Сашу Каю взять? Манореген появится чуть больше. Маны будет чуть больше. Зачем мне Яша? Скоро движение и все? Не знаю, еще купить Бриста ты. На Коре. Там вроде эффектов говна всякого достаточно много. Так, под репелом ворваться, кого-то забрать быстренько. Ай. Парень, я аж пошутил, вы чё? Еще шутки не поняли? Если пукать будет собрай. Вы какие-то странные, вы юмор не понимаете, шутки. Я аж пошутил. А вы юмор не поняли. Вы не оценили. Так, 30-ми. Хватит меня. Слышь ты, колдун. Я тебе сейчас лицо... А, извините. Тут оказывается вся команда. Простите. Я реально не хотел. Я просто, ну, не сразу понял, с кем я имею дело. Слышь, поделись со мной эту штуку. Ну, пожалуйста. Где инвокер? Он пытается вообще меня споймать, нет? Не, не пытается, ему пофигу. Такс. А чё за урона была? Пофиг. И пошли на базу регенить ресурсы. Правильно? Правильно, и все. Блин, эта мана постоянно заканчивается против него. Это капец. Сраный инвокер. Как против тебя играть-то? Коржик, что ты хотел? О, ты майку купил или собираешься купить? Что за майка странная?
Что за черепки? Поржик, не надо такое. Или это руки, а не черепки? Такс. О, наверное, Рошан мог. Хотя 31-е. Самый минимальный тайминг сейчас. Надо всегда на максимальный тайминг вообще туда приходить. Там 3 фута. О, есть, парня, наколедовал. Блин, надо, короче, снять гарпуном с него кнопку. Ну и ладно, отобью лицо так уже. Я воевал, я дрался чисто. Смотри, как отобью лицо ему сейчас, а? Учись, мальчик. Опс. А, они тут, кстати. Что-то я не понял. Они ж тут. А кто это тут? Сларк? А пошли лица отбивать реально. Бить. Данил с Форстафом, что? И улетел. Это типа прилетел и улетел. Года бьем Рошана. Прилетел и улетел. Легенда, реально. Не знаю, какую выбрать. А, несколько раз скинул. Так что ж, по кайфу больше, то и выбирать надо. Логично же. Логично, вот и все. Ларк возьмет место Рейсбенда. Ну и ладно. Так, следующий Рошан, 44-я минута. Ну, вообще 41-44. 11 минут сразу после того, как забили, просто плюсанули. И там плюс-минус 3. Точнее, минус 3. Опа, шардик. Это нам надо. Поехали. Оп. Отбить лицо. Красота. А что, медуза фоткать убежала сразу? Не, ну медуза через импакт это сильно, конечно. Что такое? На. Сразу помощь поддержал, так сказать, друга. В сложной ситуации жизни. Хотя... А, этот сдох уже. Нифига он быстрый, конечно. Да там ульты всякие, капец. Короче, на. Я пошел отсюда. Удачи. А как выйти? Ладно, на. Может, поможет. Кстати, помогло. Смотри, дели урон. Сейчас я подхилю. Фрик. Я говорю, делить урон и не убегать от меня. Все. Страйк уже проиграл. А блин, маны никогда нет. Где арканы ваши? Никогда нет маны. У них все мана выжигает. ТМП, Гидуза. Так. Проквилы на саппорта не работает. Покупайте арканы. Если это не выход в барабаны. Хоп, отбили лицо. И все. И все. Оп. Я задефан. Типа задефан. Все, бросай меня, вали отсюда. Я буду помнить тебя и всю свою семью. Аминь. Уф. Так, что-то мне Коржик скинул. Коржик мне скинул 3 футболки. Целых 3 футболочки. Нужно выбрать одну. Чатик. Выбор из 3 футболочек, быстренько. Вот такую футболочку. Какие-то руки непонятные. Не, ну знаешь, я бы подумал, какая-то мерзость. Второе. Какая-то анимешница странная. Не, что это за хрень? И третье. Не, ну знаешь, если ты хочешь впечатление какое-то устроить на кого-то, то лучше первое, конечно. Но какое впечатление? Что это вообще за руки непонятные? Что это за хрень, я не знаю. Самое выделяющееся, конечно, первое. Второе и третье, непонятно, что это такое вообще. И зачем. Просто точно ли это хорошее впечатление? Какие-то руки вообще мерзость, прям ух.
тебя похож. У меня слишком профессиональный киберспорт. На меня не похоже. Хотя кто-то видит это все именно так. Какие-то буковки, циферки, что-то происходит на экране. Паладин Сворд взять вместо Ван Брейса. Буду хилиться больше, как вариант. А можно попробовать, не знаю, насколько много хила будет на самом деле. Так, запушить, что запушить? Да тут, давай линию допушим немножко. Мега... А, мид тоже всрат у них. Ладно. Так, 41-44 Рошан. А, 4-й тир уже. Я только 3-й выбрал. Как-то мы реально заиграли с этими файтами. А что покупать? 3200. Какие планы вообще у нас? Там, блин, мне бы что-то такое, чем можно ваншотать пойти кого-то. На самом-то деле. О, кстати, вот эта шмотка неплохо зайдет. Давай ее. Что у вас происходит вообще? Может, Тараску вообще, не знаю. Я постоянно без ресов бегаю, без хп. Не знаю, что купить, купи Тараску и все. Много хп, много урона, много всего. И потом на монорез что-то куплю. Может быть, лотус какой-нибудь, потому что это капец. Эти треки, это просто направленные способности. Ты задолбаешься против этого играть. Не понял. А я разве не поставил баннерок там? Не? На. А я лицо-то бью. И что делать будем? Та харе сосать-то, ё-моё. Ну, хоть кого-то уже приписюнить. Ну хоть ее. Хорошо. А то Клокверк сбежал, черт. Хотя бы ее забрать. Ну, захилиться немножко. Отлично. Так, ХД, Хаммер, молот или действие репела? Да и то, и другое надо, ну, давай молот. Трое буду наваливать неплохо. Да ты угораешь, а? Что ты там кастуешь? Колдун, иди сюда. Колдун! Я тебе говорю, иди сюда. Да ладно. Нет, нет. Хорошо разменялся в мидера. Отлично. Была бы Тараска, кстати, он бы меня даже не пробил бы. О, там Сларк все это время крысил. Оказывается. А что, медуз забрал, диффуз купил. Ну вот и все, дисперсер. А у меня лотус пойдет дальше, потому что это невозможно играть. Вместо солдинга или вместо бутылки? Вместо бутылки, наверное. Бутылку положим в рюкзак. Ты понимаешь, мне сейчас тарасочка будет, санитарик. Меня вообще убить невозможно будет. А смотри, ты тоже во что-то выходишь, да? Грандиозное. Soul Booster, что это такое? Это Bloodstone, что ли? Жди, что собирается с Soul Booster? Карин. Карин? Угу. Чтобы вечная ДК стойка была? Поднимает уровень способности на 1, добавляет 4 уровень еще раз дракона, его сопротивление магии увеличено, и он имеет свободное перемещение, сильное замедление, урон от яда и урон по области. А, ну в принципе неплохо. И это еще у тебя статы повышаются. Слушай, а прикольный аганим у тебя. На самом деле. Очень даже прикольный. Знаешь, у нас игра такой чисто паблик. Эдакий. Ну чисто месиво настоящее. Все дерутся, мы что-то врагов давим, и все. Хоп. Нажал активку. И пошел дальше. Так, что там по Рошану? 41-е, 44-е. Пойду проверю. Дурака. Вдруг есть. А вдруг есть, а что нет? Я бы был бы не прочь вообще его забрать. Че, у Сларка шарт хоть есть? Есть. Вот и все. Забираем и заканчиваем. Ну или лотус еще следующим купим. Дальше лотус, а вместо соулинга что? В этом билдочке зайдет. Вот не знаю, нема. Так,
Какого урона вообще-то много? Физа. Да там такая медуза, что ну ее нафиг. Это за медузу вообще считать? Что он там нафармил? Скади и все. А, хотя скади, бабочка, манта. Какой-то билд, знаешь, некрасочный, некрасивый. Чего-то не хватает там. Меня, например. Вот со мной был бы файт хороший. А вы что-то как-то пошли. Что-то как-то неприкольно. Оп-оп. И все, и отбили лицо. Упс. Оп. Отбили быстренько лицо. Крипчиком, крипочком. Опс. Бонтосик сразу забрали. По таймерам как раз. А вы чё уже? А вы чё, заканчиваете без меня, что ли? А я Рошана ждал. Рики, блин. Как они Рошана не хотят, ей-богу. Чисто паблик, отвечаю вам. Самый настоящий паблик. Банша ультует. Все куда-то врываются, непонятно куда. Ага. Ладно, нафиг я репел кастанул по себе. Опс. Да не, браза, мне вообще пофиг. Я с этой штукой. Вообще и диффуз надо было покупать против меня. Здорово. Как дела? А, парни, я ж пошутил, вы чё? Ты прикинь, сало. Повесили и все. И делать больше нечего. Под сайленсом. И меня просто духи сожрали. Едь, как сильно лотус нужен здесь. Я почти спушил, сука. А я говорю, нам крошу надо. Мы бегаем, фидим, наверное. На кой черт, это не академично ни разу. Академично, дождались Рошана и все. Ну да, вообще мы мид снесли. Но мы в таверне в пятером. Как бы вам сказать. Так. Туповато. И тут сраный паблик. Они играют, как будто на 2К зашли поиграть чисто. Каточку. Помеситься, подраться, все. Они идут нам Т2 сносить. Одно. Да похуй, у них один барак стоит. А могли, в принципе, сейчас забрать Рошана и закончить. Ну ладно. Да похуй. Да я так и понял. Пусть потыкают вот тушнягу один раз. Они даже не идут, они, я не знаю, где они. Они лес пошли долбить. А, не, вон, добежали. Все-таки. Добегают мальчики, понимаете? Обе слабой. Все. Все, что они сделали. И обратно, и домой, и в хату. Меня могут подсейвить? Думаю, могут. Не понял, почему я получил. Ладно. А, сейчас же этот Рошан сверху будет. Пошли наверх заканчивать. Да, желательно байбек, прилететь на вот эту хрень потом. И закончить это. На эту шляпу. И все. Оп. Так, я тоже туда тэпаюсь. Хотя у нас же дастов нету. Только сейчас вспомнил про них. Кинь меня. На, мальчик. Я... Оп. Гарпуном сбил обязательно. Линку, чтобы я мог нормально бить. Линки нету у него. Натя подхилил, мальчик. Забрал. Аганимчик. Чё по аганиму? Чё он мне дает? Одна заряд. Не-не, давай лучше я тогда схаваю, нафиг эти запылы. Я тоже так чуть-чуть подумал. Запулы какие-то сейчас будут на бабке. Шло, ну, наверное, нафиг все. Вот, я на любом расстоянии, на любой рендже ульту дам, кому это надо, и все. Опс.
Ого. Что происходит вообще, шок? Здорово, Браза. А ты что тут забыл? Выси. Спасибо, он меня решил пощадить, не добивать. А, инвокер. Тут, ну, Браза. Репел. Я иду. На, хорошо, отлично. Он гастом его спрятал, что ли, этого инвокера? У нас Сларк взял Аегу и сдох. Дважды. Причем Бай даже не выбил. Как? Слушай, в следующий раз надо Аегу сайфу забирать, мне кажется. Что-то не так делается. 53-56 минута, короче. Ага. Маны еще взять откуда-то. Хотя мы мегагриппов, конечно, сделали, но это все равно шляпа. То, что мы тут сделали, ни на что сильно не влияет. Что? У нас тип там умирает. Вообще, ботлом хотел отсединить ману себе, ну ладно. Еще пошли драться. Оп, и все, и до свидания. И нету ма... А, это от чего сдохло? А чего она сгнила? Кто ее убил? О, унитазы подолбить, как мы любим. А ты мне ничего не сделаешь под ультой. Хоть 200 ультов, мне вообще пофиг. Я вообще больной, иди сюда. Не понял, а ты кто такой? А ты что здесь забыл, Браза? А еще одну ульту нажму, мне пофиг. И тебя тоже. Я говорю, надо было себе егу брать. Нафиг, и тебя туда же. Блин, он сейчас всю ману выжжет мне. О, Браза. О, хорошо. Блин, кликать буду сейчас. Хорошо. Хорошо, хорошо. Вон, вокера что ли ворваться. Хотя там медуза гниет на самом деле. Хоп, хоп, хоп. И добить. Отлично. Опа, это рапирка что ли? Да ну нафиг, серьезно что ли? Это с другой стороны на. А, так я тоже ульту получаю, подожди. Это гонимо оказывается. Я ее кидаю, постоянно на кого-то выходит. И на владельца тоже. Да нет, ты шо? Я это хотел бабки отдать, серьезно? Я знаешь, я только услышал, что он хочет меня куда-то запуливать, а сразу. Куда запуливать? Я сам ворвусь, куда мне надо. Запульщик мамин. Стрим, ютуб и разик. Подписывайся на канал, ставим лайкосики. Чисто киберспорта наваливаем. Лайки ставим, говорю. Вот так делаем дело. И все. Подписочку на канал оформили быстренько. И смотрим дальше. Что там по урону, кстати? По общей ценности. Общая ценность, я топ-2. Там медуза нормально так сфармила всю игру. Статистика урона. 47 тысяч дэмэджа. Учитесь. Вот так вот. Так, всего впитано урона. 134 тысячи. Не, ну Тарасочка решает дело. Многие дела. Саша там вот эти эффекты. Да, в общем, хорошо все. И хп регенчика много. Кстати, Весел парень оставил себе? Оставил. Ну, не на что было менять, видимо. Там Шива, там Весел, там вообще забей. Скади еще. Там прям очень сильно. Все против Омника. Ну, надо Абадона брать. Хотя вам Абадон чисто треки снимать и все.